баек. Перо мне описать ту скорбь, что терзает меня. На Синае восстание против римлян. В резне погибло двое незримых. И в этом только моя вина, а не мои ученики. Я делаю все, чтобы незримые держались друг друга. Нам помогает Ганелат, вождь повстанцев. Дорогой друг, мне нужен твой совет. Приезжай. Во мраке ночи спит Синай, убитый горем. Скрип пепла на зубах, кровавы наши слезы. Кто нас от безысходности спасет? Ае, ае, ае. Бесшумный, как море, и смертоносный идет сквозь туман. Герой незримый, безликий, непреклонный. Эй! Слушай, я расскажу о нем. Легенда о Сиве. Тень, имя которой Баек. Баек, баек, баек. Баек. Похоже, он не промах. Нужно найти убежище. С высоты я его увижу. Вход закрыт. Нужно искать другой путь. Вот и он. А, убежище незримых. Пустая трата жизни. Тахира. А, Баек, хвала богам, ты здесь. Ты звала меня срочно? Это клинки двух моих незримых, убитых во время резни. Они пострадали не зря, их не забудут. Это Ганелат, вождь набатейских повстанцев. Что случилось? Мы убежали через деревню. Римляне гнались за нами и вымещали злобу на ее жителях. Настоящая резня. Невинные люди, незримые погибли, пытаясь их спасти. Они знали, на что шли. Их отправили на помощь повстанцам. Тахира, того, что сделано, ты уже не вернешь.
Битвы не для незримых, но мы можем помочь повстанцам, убив командира римлян. Генерал Руфио, но он в Риме. Руфио оставил на Синае 3 полководцев. Эти 3 умрут. Тогда за дело. Я у тебя в долгу. Все ради народа, Гамилат. Да, для народа. А я с народом одно целое. Nunconos ne descendas. Ненавистная крепость. Баек. Они грабят сюда. Всех входящих. А не войти нельзя. Тахира нас предупредила. Кого я ищу? Ампелий. В его руках вся торговля на полуострове. Ищи его внизу. Этот кровопийца доит каждого прохожего на дороге Гора и у этих стен. Как его узнать? Тут есть проблема. Он одевается, как его капитаны. Издалека отличить невозможно. Нужно быть осторожным. Налите ими! Да! Подозреваемых казнили! Ты мешаешь торговле! Десять, 11. Орден вечен. А, Байк, нам пора избавиться от полководца Руфио. Тацит всегда устраивает ночлег над каменоломней.
Он жестокий надсмотрщик. Каждый день примерно наказывает рабочих. Я рассмотрю. Думаешь, разумно убивать его открыто? Тахира, это предупреждение. Незримые не отступят ни перед кем. Осирис вечно терп. Я египтяне! Рим, ваш мудрый хозяин! Орден живет вечно! Нужно встретиться с Тахирой. Сик, рекури ад мульером террас! Боюсь, римлян будет гораздо больше. Уверена, армия Тацита не настолько мала. Лети, как Сену. Если остановить работы, может начаться бунт. Синаю от этого будет лучше. Все могло пойти прахом. Стоило бы освободить пленных. Thank you.
Начеку. Да, Баек. Ты все такой же прекрасный боец. Как и ты, Тахира. Любимец. Пусть это место останется в надежных руках. Будет трудно. Руфио пришлет центурионов. И в каменоловне еще остались неосвобожденные рабы. Воля к жизни — главное оружие. Ты работаешь на Гамилата? Он рассказал нам о незримых, героях из тени. Никто не работает на незримых. Спасибо за спасение. Если встреча где-то ваш знак, отнесусь с уважением. Хай безешен гере. Ник эни седжерьет. Ну, мы с ней уджерьянх. Да. Бедедук, а ник хайет. Memento quo docuerimus! Incumbite! Nunc honos ne descend! Встречу с Гамилатом у пирамиды. Не могу поверить, эту пирамиду разбирают. Что происходит? Надо действовать аккуратно. Гамилат, вот ты где. О боги, людям нужны герои и подвиги, иначе жить незачем. Баек, наш герой, ты вовремя. Мы убьем Птахмоса, каменщика Руфио. Ха. Он в ответе за грабеж. Да, храм уничтожат и пирамиду тоже. Птахмосу плевать на Египет. Он заставил Набатеев делать грязную работу для Руфио. Бездушный века. Он и Амона продал бы в рабство римлянам. Людям нужны памятники и святые места. Не станет их, и дух народа будет сломлен. Если мы убьем Птахмоса быстро, сохраним их. Убьем Птахмоса. Он далеко от лагеря. Самое время напасть. Убьем его. Убьем его и станем легендами. Я буду сражаться рядом с тобой. Тихо. Не отвлекайся. Баек, надо спешить. Стража держит ухо востро. Римляне у пирамиды. Неверные твари.
Его нет! На! Гамелат! Я... Чудесно, да, Баек? Здесь, наверное, похоронен фараон. Сокровенный чертог наших предков. Великолепно, правда? Ищи сокровища, все пойдет в дело. Нам нужно добраться до Птахмоса. На остальное нет времени. В чем дело? Что они тут мастерили? Надо как-то пробираться. А эта пирамида? Неудачная затея Тахарки, посвященная Аменосу. Баек, я так не могу! Помоги мне залезть повыше! Стой на платформе. Я поищу механизм. Баек, я у выхода. Спасибо, великий незримый. Змеи повсюду. Моего отца убила змея. Пойдем, мой брат. Змеи напоминают мне Апопа. Я уже дрался с Апопом. Мусор на дороге. Не беда. Так Птахма служит Риму? Да, думаю, он и на Клеопатру работает. Стой на платформе. Я подниму ее. Это еще не конец. Еще один бой и свобода. Свиток забирай. Мне он не нужен. А ты, может, что-то узнаешь. Я натравлю моих повстанцев на Птахмоса. Могут погибнуть невинные люди.
Я пойду один. Как хочешь. Обрушься на него подобно грому. Надо действовать аккуратно. Рим ведет Египет. Каменщики доставят священные осколки в великий храм. Ты не каменщик. И Амона нет в твоей Ка. Там только Анубис. Руфио, мы до сих пор не нашли осколки. Орден живет вечно. А ты эфемерен! Три трупа, как обещал. Остался Руфио. Угу. Он примчится сюда, едва услышит об их смерти. Гамелад теперь местный герой. Люди только о нем и говорят. Ты переживаешь? Дело повстанцев правое. Но я не раз видела, как в сражениях гибнут невинные, мирные жители. А ты говорила с ним об этом? Они мученики. Их родственники примыкают к восстанию. Кашта! Пожар! Выходим! Выкурим их! Выноси ее! Проход! Вожак у нас! Сегодня стервятники попируют! Эй! Я убью вас всех! Амунет! Надень что-нибудь. Веди себя пристойно. И сумели привлечь внимание. Евреи знают о Синайском убежище. Знаю. Пожар тому свидетельство. Нам нужно найти Тахиру и Кашту. Их заперли в крепости Клостра. Я отправлюсь туда. Я осмотрю периметр. Повсюду центурионы. Встретимся на дальнем конце Клостра. Я увижу тебя вновь, когда освободим незримых.
стража держит ухо востро. Баек, хвала богам, ты здесь. Крепость строил сам Осирис. Это безумие. Тахира сильно обгорела. Я боюсь за нее. Ее забрали. За мной. И готовься к бою. У нас проблемы. У нас проблемы. Стандей! Пора! Баек! Давай, Тахира, я вынесу тебя отсюда. Я не могу. Дай мне лук, и я буду сражаться до смерти. Хватит себя хоронить. Ты нужна незримым. Мое тело горит. И только кровь римлян успокоит эту боль. Владык Дуата, проведи меня в поля Иалу. Тахира, будь со мной. Держись, не сдавайся. Мир меркнет перед глазами, Байк. Стандей! Пора! Нужно убираться. Римляне вот-вот объявятся. Иди за мной в лагерь. Тяжело видеть Тахиру такой. В лагере мы ей поможем. Нек, боги, за что? Не забирайте мою сестру! Нужно найти предателя среди незримых. Кто допустил такое? Все? Уверен? Никому нельзя доверять. Наша мудрость угасает. То же было с Брутом и Кассием. Чем больше она знает, тем хуже для нас. Поцелуй мой клинок, Некит и Оди! Но! Стандей! Вора! Кэссим! Македенунг! Македенунг! Лутри сордина! Сирене! Уэри! Конимок Туаминки! Никакой пощады, пес! Так, ладно. О чем мы говорили? Ну, будем молиться богам, чтобы Тахира выжила.
Без нее на Батее придется худо. Почти пришли. Великий Амон, смилуйся. Я подвела тебя, Баек. Нет, ты никого не подвела. Твоя верность крепка, как горы. Мы создали то, во что я верю. Ты была первой, кто принес клятву. Ты спасла многих. Ты незримая. Сохрани наше кредо. Всех римлян! Ты отнеси Тахиру в горы, туда, где ее можно достойно похоронить. А мы продолжим. Мы убьем Руфио. Смерть Тахира расставила все по местам. Пора убить Руфио. Синайское братство на грани уничтожения. Он у каменоломни? Нет, в Арсеное. Скорее всего, он на своей Актареме. Он умеет защищаться и вселять истинный ужас в сердца людей. Где не справились полководцы, я преуспею. Ноги моей не будет в проклятом краю, но дикари склонятся предо мной. А еще есть Клеопатра. Она принесла величие Александрии. Тут я не спорю. Меня волнует войско ее любовничка. От Марка Антония воняет тирании Цезаря. Да и от Руфио попахивает. Да, на весь Синай. Так что надо встретить его как следует. Огнем и кровью. Мы не выбирали путь. Он выбрал нас. Баек! Баек! Скорее помоги нам! На деревню напали! Во имя Амона, ты меня знаешь? Грязные Набатей! Прочь с римской дороги! Настоящая резня! Защищай Набатеев! Безумие! Зачем им мирные жители?
что-то не так. Кажется, это все. Я осмотрюсь для верности. А я пойду к Руфио. Зачем вы лезли в мои планы? Незримые никогда не дадут Ордену Древних вздохнуть спокойно. Так это правда. Незримые существуют. Процветаем. Странно, что цели у нас одни. Мир, порядок. Но жить будут наши идеи. Убей меня. Но мы останемся. Цезарь установил порядок.
прежде чем твоя трусливая жена пырнула его в спину. Наша сила горит в тенях. А тени создаем мы. Незримый упокоит тебя. Анубис ждет. Руфио мертв. Нужно сказать ему Нет. Она порадуется. Мир продлится, пока Рим не пришлет нового. Конца этому нет. Незримые должны научиться выживать так же, как Орден. Есть более насущная проблема. Гамелад. Люди смотрят на него, как на бога. И восхваляют все, что он делает. Он сражается за свободу. Мы с тобой видели бойню. Я говорила с жителями. Такая резня здесь не редкость. Каждый раз мятежники Гамелата задевают римлян. Повстанцы прячутся среди мирных жителей, и ответ римлян достается самым уязвимым. В бою гибнет много невинных людей. То есть он делает это специально? Именно так появляются мученики, а их семьи мечтают отомстить римлянам. То есть он устроил резню, чтобы набрать больше народу? Это уже не в первый раз. У его мятежа ужасная цена. Он же друг. Вспомни. Клеопатра была мне больше, чем другом. И я так ей доверяла. Ты помог мне прозреть. Я с ним поговорю. Гамелату удалось меня поразить. Он что, поднял мятеж ради собственного могущества? Вряд ли. Скорее, он настолько верит в это восстание, что не думает о цене. Он и впрямь считает жертв мучениками. И забывает, что лишил их выбора. И это работает. Когда римляне пришлют нового генерала, он вновь так поступит. Чудесное место. Интриги, предательство, коррупция. Ха. Лучший город для незримого. Ха. А я-то ждал рассказа о винах. Вина там хорошие. Загляни как-нибудь. Попробуем вместе. Может, и загляну. Впереди. Его окружают повстанцы. Для них он бог. Нельзя драться с ним у них на глазах. Если от нового шлема болит, смотри голову соколой, если ешь пригоршню маковой семян. Пару недель назад... Как же ты молод, а? Подходи, солдат, посмеемся. Не с чего мне смеяться. Ух ты! Какие мы серьезные! Зачем же ты пришел? Почтить моего отца.
убитого римлянами. Неп, где твой вождь? Гамелат на охоте у оазиса. Крематисты вынесли решение в мою пользу, так что я приобрел еще немного. Но! Батеев, придется их всех разочаровать. Баек, в чем дело? Это ты виноват в бойнях. Погибло множество людей. Я показал людям истинную жестокость римлян. Благодаря мученикам многие воины продолжили бой. Мученики? Что стоит жизни деревенских жителей перед всеобщей свободой? Горстка деревенских жителей? Им не дали выбора! Баек, ну что за чушь? Мы на одной стороне! Нет. Мы будем биться. Да будет так. Я должен... Этому щиту все не пойдем. Ты станешь великим мучеником. Я совсем этого не хочу. Меня не достать! Пора покончить с этим! Свобода не должна вредить жизням невинных. Они имеют равный вес. Мое сердце пора возложить на весы Анубиса. Твой пыл заставлял его биться слишком сильно. Безвинных нужно всегда защищать. Страсть солнцем сияла в моих глазах, слепя их. Ты правильно поступил. Я принимаю смерть. С этого дня
незримые не поднимут клинка на невинных. И да будет так. Да найдешь ты покой в Дуате. И пусть незримые живут до скончания дней. Величайший предводитель Гамелат мертв. Но память о герое останется в сердце Синая. Убийцы миллиона мучителей. Гамелата. Божественной стрелы больше нет. Разрушим их грезы. Пускай чтут героев. Пока о незримых позабыли, и это нам на руку. Гамелат умер ради высшей цели. Больше никаких лишних жертв. Эй, мы не ошиблись? Наше убеждение. Мы обязаны передать всем, кто принес клятву. Пусть познают истинное кредо. Незримые рассредоточатся от Петры и до Иудеи. Навеки. Кредо должно будет пережить нас. Кредо должно быть превыше всего. Вернувшись в Рим, я буду говорить не о героях, а о дисциплине и стойкости. Амунет, наставница этого братства. Наш дух неугасим. А клинки неутомимы. Ошиблись.